Вау, 15 долларов. Винишко, трава для кошек. Ой, как хорошо звучит. Тай, let's go! Искусственный интеллект посоветовал мне сделать видеообзор на продукты в США. И так как мы живем в Пенсильвании и ходим за покупками каждую неделю, в этот раз я решила взять вас с собой. И, кстати, меня зовут Ирина, добро пожаловать на мой канал. Ой, ты молодец какая! Сайорка уже сложила, ждет нас. Ну все, мы отправляемся. Сейчас... Да-да-да, сейчас Джасминку накормлю и все. Перед выходом куда-либо я обязательно кормлю свою малышку, чтобы об этом не беспокоиться следующих пару часов. Yes, my love. Are you ready? Yes. Поехали? Да. И куда мы идем? We go to shopping. Чтобы купить что? Toy. Toy? Да, doctor. Doctor toy. Doctor toy. Okay, what else? Меня еще часто спрашивали, как я передвигаюсь с двумя малышками. Так что, думаю, этот контент будет полезен для молодых мам. Обязательно пристегиваю детей. With fingers. Okay, good. Ready? Yeah. Поехали. Так, все, погнали. Самую маленькую обычно я сажаю с правой стороны, так как мне легче до нее достать. И обычно у нас там есть зеркало, но сейчас его нету. Сайорка сидит с этой стороны, коляска на всякий случай, но она нам в магазине не пригодится. В магазин, конечно же, мы отправляемся на машине, так как мы живем в деревне, по-английски это будет suburb, и у нас даже нету тротуаров. Пешком, наверное, идти часа полтора, а на машине ехать минут 6 до ближайшего центра, где находятся все продуктовые магазины. Также у нас есть outlet, где есть 100 магазинов одежды. Так что, в принципе, жить в деревне очень удобно, но всегда нужно иметь обязательно машину. Обычно мы берем эту тачку, но здесь у нас не поместится Джасминка, поэтому, наверное, мы возьмем вот эту. Посмотрим. Ну, что-то она вообще неудобная. Возьмем просто обычную, наверное, да. Так, Сайка, Джасминка, let's go. Мы пришли в ShopRite. Основную закупку мы делаем в Costco, но сегодня мы приехали в ShopRite, потому что нам нужно купить памперсы и посмотрим продуктов, посмотрим, что еще можем взять. Цветочки. $20. Двойные розочки. Тоже $20. О-ла-ла. Эти букетики по 35,99. Пионы. Вау. $15. Вау. Как классно. $15. Not bad. В Нью-Йорке такой букетик бы стоил, ну, $40. Трава для кошек. $6.99. Плюс, не забываем, налог. В Пенсильвании он 6%. Мини-виолетки 14. Ну все, отправляемся к продуктам. Ух, какая роза. $9.99. О, интересно, орхидейчики. Так. Орхидеи $35. Вау. Клубничка 7. Черника. Сейчас посмотрим. Черничка $3.99. О, wait, you want grape? Ты хочешь виноград, да, Сая? Так, этот виноград у нас стоит $2.99. Ну, давайте возьмем виноградик. Места у нас очень мало в коляске. Ну, домой придем, по-моему, я тебе дам чуть-чуть, хорошо? Цены на помидорчики. $6.99. Как мне нравится микрозелень.
здесь у нас и укроп, и базилик. Стоит такая радость 6,79. Итак, морковочка у нас органик. Ее производит сам этот же магазин ShopRite. И стоимость у нас 4,99, 2,27 килограмма. Аспарагус находится у нас вот так в водичке и стоит он 3,49. Это watermelon. Так, нам нужен один лимон. 5 лимонов за 3 доллара. Мы возьмем один. Ананасы 2,69. Обязательно возьмем один. Надеюсь, ты не укатишься, чувак. Держи здесь. Pineapple. Ананас. 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 Круто, молодец. Посмейся. Fake love. Вот так это смеется. Сайора, а нам нужны бананы? Бананы 49 центов 1 паунд. 1 паунд это примерно 400 с чем-то грамм, ну примерно полкилограмма, да? Так, ну ладно уж, давайте возьмем. Здесь у нас обычные бананы, здесь у нас органик, так что берем, давайте поменьше. Там у нас, да, тоже органик, отлично, возьмем эти. They have balloons, but we don't buy balloons here. We buy balloons in Dollar Tree. What is this? What? Octopus? No, it's a lobster. Lobster. Скажи lobster. You scared? Don't be scared. Safe. Арбузики. Ой, как хорошо звучит. 5,99. Watermelon. Так уж и быть. Взяли арбузик. Уж очень хорошо он звенел. И Сайорка у нас очень любит арбузик. Отдел морепродуктов. Здесь тоже у нас они отличаются органические. Дикий, например, лосось. 15,99 паунд. Здесь у нас head dog. Я не знаю эту рыбу. Готовый нарезанный лосось. 14,97. Сколько рыбы? Стейк 12,99. И вот так по рядам мы можем видеть, где что находится. Ну, открыл Америку. Are you ready for watermelon? Yeah, I need to cut. What is this, Zaya? Watermelon's cute. Отдел сыров и крекеров. И мы направляемся за нашим любимым маскарпоном. Это сыр, который я недавно для себя открыла. Так. И всем рекомендую его попробовать. Он что-то между сыром и маслом. Goat cheese, козий сыр. Обычно у нас стоит 3,49, а здесь уже с различными вкусовыми добавками. Например, вот этот с медом, а этот с cranberry cinnamon. Cranberry это, ну, такие красные вон ягодки, и cinnamon это корица. Здесь у нас зелень. Вкусняшки. О, это с черника и ванила. Козий сыр. Все по 3,49. Отдел выпечки тортика. Этот красавец у нас 23,99. Тарталеточка. Не вижу цены. Примерно, думаю, будет тоже стоить долларов 25. И этот у нас spice carrot. Морковный торт 24,99. Yes, my love. Let's go. Let's go. Let's go. Jasmine, you okay? Jasmine is chilling. Ну давайте возьмем одну буханку уже нарезанную. Цена у нас 4,99. What is this, Aya? Хлеб. Хлеб, держи. И мы приближаемся к отделу мяса. Это отдел, который уже готов просто к приготовлению. Просто вытащил с упаковки, кинул на костер и все готово. 6,99 паунд. Здесь у нас 1,15 паунда, получается 8 долларов. Такой кусочек у нас стоит 9,74. Цена, соответственно, зависит от части тела животного.
животного качества, бренда, как и везде. Хватит есть watermelon, Сая. Фарш 7,39. Соответственно, все с биркой органик будет дороже. Порк, свинина, сосиски, курица. Так, органик, без косточек, без кожицы, 10,14. Крылышки, к примеру, стоят 10,53. Здесь индюшка, халал. Так, где цена? Ага, окей, 4,49. Мне больше нравится бренд Kirkland, который мы покупаем в Costco. У нас не было абсолютно никакого раздражения, но из этих всех брендов более-менее подходит Pampers Pure. Так что берем одну пачку. Держи за мою шею, держи. Сэр, держи меня. Держись, держись. Пойдем. Опаля, гулять хочет. Далеко не уходи, хорошо? Окей, let's check the milk. Так, цены на молоко. Это у нас 2,49. А этот бренд у нас, который идет от самого ShopRite, магазина, в котором мы сейчас находимся, и она стоит значительно дешевле, $1.83. Бренд Bone Basket, просто они имеют все, хлеб, сливки, какие хотите, молоко, даже нутеллу своего бренда, что, в принципе, выгоднее покупать. Давайте проверим цены на яйца. Yes? Cheese? Sure, you can put it there. Давай, I help you. Мы положим здесь, хорошо? Now? You want now? Okay, I open you one. Опа, держи. Так, цены на яйца. Вот такой у нас неизвестный бренд стоит 4,19. Органик стоит, например, этот значительно дороже. Это даже не органик, это просто free range. Значит, курочки гуляли на свободе, счастливые, стоят 6,79. Давайте, к примеру, найдем органик, чтобы сравнить цену. Ха, эти органик стоят 5,99, неплохо, эти 6,49. Опять же, все зависит от бренда. Мы тоже возьмем органик, но они у нас от ShopRite, да? От этого же магазина. Цену я не вижу, узнаем ее попозже на кассе. И? Что за ребенок здесь у нас стоит, танцует? Отдел готовой еды, супы, сэндвичи. Здесь, кстати, была неплохая пицца. Сейчас возьмем кусочек. Так, в прошлый раз нам очень понравился. Hi, may I have 2 slices of white? Oh. All right, got it. Because I was taking pictures of pizza. Looks good. Sushi. Sushi. Do you like sushi? You like sushi? Yes. Только не трогай фридж, okay? Be careful. Don't touch here. Okay? So no one. I know everyone likes sushi, but we're gonna have pizza. You don't want pizza? 2 slices of watermelon pizza. Oh, it's a watermelon pizza. Yeah. Say thank you so much. Винишко. Так, $20. Ну, конечно, для этого нам нужно идти в отдельный отдел, чтобы подробнее пройтись. Shit show. Interesting. Мы гуляем уже минут 30-40, и думаю, уже пора отправляться домой, пока дети сильно не устали. Сая, let's go! А Сая в детском отделе увидела там игрушек и встряла. Ой, давайте покажу вам цены на знаменитые кукисы. Они стоят 2 за 7. Not bad. Все, Бол спать пошел. Так мы и отвязались от Митя. Что ж, я не зря взяла iPad. Сейчас его прицепим вот сюда и идем на кассу. Мы много ничего не взяли. Так, посмотрим. У нас виноград, хлеб, pineapple, памперсы. What is this? It's good? It's good? Yes. It's for what? What is this? It's for hair. Зачем это? It's hair. Это for hair? Ты думаешь, это на волосы? Как сайора. Да?
как шарик, так? Понятно, понятно. Ну все, положи на место, поставь на место. Все, идем дальше. Чуть-чуть бочку не преследует. Мы прям встали и прям сразу за ней. Гир 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 Здесь у нас бакс, где люди могут купить, оставить вещи, либо принести помощь. Чего ты уселась там? Пошли! Cute? It's so cute! Пошли, поехали! Сая помогает держать, ну все. Все, сажаем девчонок. Первым делом сажаем Сайку. Сама залезешь? А там как? Alright. Еще и сама можешь ремень одеть? You can put belt? Show me how. Like this? Да, ты пока давай ремень одевай, сейчас я Джазминку поставлю. Хотела показать, как я увожу коляску, ставлю на место, но чувак забрал, говорит, у тебя там дети в машине, я тебе помогу. Oh, that's so nice and cute. Ну все, мы прибыли домой. Первым делом выгрузила детей, так как в машине жарко. И сейчас сделаем распаковку. One second, hold on. Those kids are all over. Вот такие цены у нас в Пенсильвании. Вот такие цены у нас в Пенсильвании на сегодняшний день. А сегодня у нас 12 мая 2023 год. И общий счет у нас обошелся в $80.21. Из них, которых написали такс почему-то 30 центов. В Пенсильвании он 6%. Друзья, дайте знать, пожалуйста, как вам такой обзор. И в следующий раз я сделаю еще больше. Например, я обязательно схожу в Costco, потому что там мы чаще закупаемся, и это просто огромный оптовый магазин. Поддержите, пожалуйста, это видео лайком, перешлите его друзьям. И до скорой встречи в следующем видео. Пока-пока! Знаешь, как узнать, если арбуз хороший? Мы должны постучать. Watermelon. Блин, криво, кажется, режу. О, oh, no, я его так криво режу. It's okay, right? Ну, блин. Smells good. Конечно, порезала я его очень красиво. Какой сладкий. Да, пусть его рукой ест. Нет, давай Сайра вилкой будет кушать. Да. Давайте поставим чуть-чуть. Хоп. И кусаясь.